чтобы вы, дорогие мои, не скучали и смогли насладиться путешествием по миру, сидя в своих удобных креслах. Я подготовил для вас трип по самым фантастическим и опасным аттракционам, расположенным в разных странах мира. Привет-привет, девчонки и мальчишки, а также их родители! Привет, ковбой! В последний раз мы виделись с вами неделю назад, а это значит, что сегодня будет долгожданный выпуск. Надеюсь, ты внимательно смотришь? Устраивайтесь очень удобно, друзья. Я решил пощекотать ваши нервишки. Досматриваем видео до конца, ставим лайк и подписываемся. Разумеется. Тогда го адреналинить! Мне нравится. Аттракцион «Гигантский каньон». В штате Колорадо в Америке, в парке развлечений Гленвуд Кавернс, есть качелька. Все бы ничего, вполне себе безобидный аттракцион. Но это с какой стороны посмотреть? Он расположен над рекой Колорадо, на краю обрыва, высотой 400 метров. Качеля рассчитана на 4 смельчаков, а раскачивается она со скоростью 80 км в час. За одну минуту ты испытаешь бешеный выброс адреналина в сочетании с наслаждением шикарными видами вокруг. Ну, конечно, если ты крут и отважишься открыть глаза. Ты чё охренел? Чуть меня не угробил! Аттракцион «Формула Росса». Если тебе не хватает адреналина и ты ищешь острых ощущений, предлагаю отправиться в Эмираты, в парк Ferrari World. Я просто обожаю технологии! Любителям огромных скоростей дорога именно сюда. Аттракцион «Формула Росса» располагается в Абу-Даби и признан самыми быстрыми американскими горками в мире. Только представь, ты разгоняешься до 240 км в час всего за 4,9 секунды. Вот эта скорость! Чувствуешь себя пилотом «Формулы-1». Я бы с удовольствием прокатился с ветерком на таком аттракционе. Вагонетка, рассчитанная на 16 человек, проезжает расстояние в 2,2 километра за 1 минуту 33 секунды. Но поверьте, этого времени хватает, чтобы вся жизнь пролетела перед глазами. Американские горки Такабиша. Самые страшные американские горки находятся не в Америке. Этот факт даже засвидетельствовала Книга рекордов Гиннесса. Ого, тот самый? Да. Горка с самым большим углом спуска в мире находится в Японии, по соседству с действующим вулканом Фудзияма в парке развлечений Фудзи-Кью-Хайленд. Горка не очень длинная, всего 1 километр, что составляет 112 секунд страха. Я уверен, что за это время вы успеете испытать фейерверк ощущений от безумного страха до эйфории. Так как горка имеет 7 безумных, очень резких виражей, которые вагонетка проезжает с бешеной скоростью, и кульминацией этой поездки становится подъем на 44 метра. Приблизительно это высота 12-этажного дома. А потом резкое падение под углом в 121 градус. Кстати, мало кто знает, но на этом отрезке пути вагонетка отрывается от рельсов и парит на магнитной подушке. Так, что на несколько секунд создается ощущение полной невесомости. Советую посещать такие аттракционы на голодный желудок. Меня сейчас вырвет. Адреналин на высоте 300 метров в Лас-Вегасе. На крыше самого высокого отеля в Лас-Вегасе разместили сразу 4 нервощекочущих аттракциона. Я не смог выделить среди них самый страшный. The Big Shot. Катапульта, установленная вдоль шпиля отеля «Стратосфера», выстреливает 16 человек с высоты 280 метров до 330 метров. Этот аттракцион имеет статус самого высокого в мире. Только представьте, какой бомбический вид открывается с высоты птичьего полета на величественную Лас-Вегасскую долину. А в сочетании со скоростью и адреналином ты этот вид не забудешь никогда. У меня что, глюки? Insanity The Ride.
Это огромная механическая клешня на высоте 274 метра, которая раскрывается как лепестки и начинает вращаться со скоростью 70 км в час. Ух, побежали мурашки по коже. Экс-скрим. Вы садитесь в открытую вагонетку, пристегиваетесь и любуйтесь красотами на высоте 264 метра. И тут понеслось! Сначала она съезжает на бешеной скорости вниз, за пределы крыши, как будто вот-вот вы сорветесь вниз. Замирает на несколько секунд и летит в обратном направлении. В общем, удовольствие явно не для слабонервных. Оу, классно! Скайджамп. Что, не страшно? Тогда, думаю, этот аттракцион вам точно подойдет. Прыжок с высоты 109-этажного здания. Ты стоишь на краю и смотришь вниз. Сердце бешено стучит в груди. Шаг вперед. И ты несколько секунд летишь в свободном полете. Конечно же, ты с резинкой и весь упакован в страховку. Но само чувство падения с такой высоты – это круто. Может, если оценивать эти аттракционы по отдельности, то не такие уж они и страшные. Но если попробовать все 4 аттракциона за один день, я уверен, адреналинить тебя будет долго. Вы бы свои рожи видели! Свободное падение. На самом деле у каждого человека свои страхи. Есть аттракцион, объединяющий многие из них. В штате Огайо в парке Paramount установлен аттракцион под названием «Свободное падение». Он как раз для тех, кто боится и высоты, и скорости, и падения. Платформа аттракциона поднимается на высоту 26-этажного здания, что составляет 100 метров, и замирает. Дабы ты, мой друг, насладился красотами пейзажа. Это парк чудес! Как вдруг платформа срывается вниз и падает с бешеной скоростью более 100 км в час. На таком аттракционе сменные штанишки понадобятся взрослым, а не деткам, которых привели родители в парк. На этом, мой уважаемый зритель, я, пожалуй, закончу будоражить твое спокойствие и закончу свой адреналинистый выпуск. Что, вот так вот запросто? Как говорится, хорошенького помаленьку. Ах да, не забудь лайк и подписочку. Всем пока, всех обнял, всем позитива и добра. Увидимся ровно через неделю. Не умею я прощаться. Пора, меня ждут мои приключения. Ну все, я буду скучать. Если любишь кого-то, отпусти.